Ложись. Фактически линия фронта. Украина день за днем стирает в эвакуационные. Нет, нет. Эвакуационные автобусы вывозят людей в сторону хотя бы Белгорода. Люди с вещами выезжают, потому что украинская артиллерия устроила здесь настоящий террор. Вот такие вот столбы черного дыма повсюду. Мы заезжали в город, один прилет за другим. Здесь мы находились сами, успели за первые 5 минут попасть под 2 обстрела. Сейчас находимся на окраине. Люди, которые просто на своих машинах выезжают, останавливаются, спрашивают, есть ли люди, которых нужно вывозить. И вот этот момент, когда журналисты сами превращаются в волонтеров, потому что, наверное, наша бронированная машина тоже будет вывозить женщин, стариков и детей. По-другому нельзя. То, что здесь происходит, это ад.